Здорово, комрады! Сегодня у нас продолжение плотницких тестов. Пробую наши топорики. И сегодня у меня на обзоре плотник номер один. Это небольшой плотницкий топорик, предназначен для изготовления срубов. Плотник номер два. То, что было и в предыдущей серии. Продолжаем работать. И плотник номер три. Это тяжелый, мощный плотницкий топор. Один из самых больших в нашей линейке, предназначен для выноса массива. Вот чашку я разметил, все закрепил на плотницкие скобы. Вот раз изготовил плотницкие скобы, такие мощные, здоровые. Забиваются они в нижнее бревно, также забиваются в районе паза, а не нижнего, то есть куда будет ложиться паз, чтобы чистовую сторону не портить. И забивается сюда, тоже в точку паза. Здесь у нас паз уже был сделанный в прошлый раз, конечно. Изначально должны рубиться чаши, а потом уже паз. Ну, как бы как было, так было. То есть забиваю в район паза две скобы. Бревно должно быть жестко после этого зафиксировано. Вот. И начинаю рубить. Сейчас будем выносить массив плотником номер 3. Аккуратно, не перерубая черту. Топор тяжелый, обладает таким плотным, акцентированным, мощным ударом. Именно для выноса массива. То есть для таких задач предназначен. Где-то нужна легкость и аккуратность, а где-то нужен вот такой вес, чтобы удар получался более акцентированный, более плотный. Поэтому этот топор у нас есть в линейке, и он очень даже хорошо работает. Особенно, когда нужно выбирать массив. При простругивании, подстругивании сейчас на черновую вырублю, а дальше буду дорабатывать уже вторым, первым плотником. Возьму первый плотник, попробую, как он будет с этой задачей справляться.
Топорик великолепно работает с рубанком ухватом. Мне прям очень нравится, как это делается. Сейчас покажу поближе. Стругает очень чистую тоненькую стружку. Сейчас покажу. Видите? Стружечка практически невесомая, вот как у хорошего урбанка. Особенностью плотницкой линейки является то, что вот эти грани на обухе, они скруглены, то есть рука комфортно себя чувствует, когда работаешь урбанком хватом, хватаешься за верх, то есть и ничего руку не режет, не прорезает. То есть обух, он здесь обух топора кованный, то есть достаточно массивный для того, чтобы можно было скобу забивать, там гвозди забивать. Имеет как бы плоскость, видите, то есть он плоский сам по себе. Но сами грани, они не острые, они скруглены для того, чтобы можно было более удобно хвататься рубанком ухватом. Именно для этих операций, когда нужно боковые грани подстругивать, допустим, где-то аккуратненько идти по черте, работать. Вот в этом топоре очень сильно выступающий рабочий носик. Я даже думаю, я в конце расскажу, ладно, это не буду сейчас отвлекаться. Середину чаши не очень удобно выбирать топором, поэтому сейчас я просто ее надрубил. Ну а дальше буду работать уже как бы грязный большой массив этого нарубленного мяса, так сказать, вынесу теслом. Плотники говорят, что это читерство рубить теслом чаши, но это удобно на самом деле, поэтому так и рубим. Дальше зачищаем аккуратненько топором то, что уже немножко осталось. Также тесло можно взять рубанком хватом и аккуратненько зачистить середину. Середину чаши. Вот такая получилась аккуратненькая чаша. Сейчас мы попробуем ее положить. Вот, плотницкие скобы, маленько остановлюсь, сделал их двух видов, тут вот такие большие мощные скобы и вот такая скоба, одна сюда как бы смотрит, а другая под 90 градусов, ну, для удобства, мало ли какие места попадутся. Скобы забиваются таким образом, то есть это нижнее бревно в районе паза и верхнее бревно тоже в районе паза, то есть тогда как бы бревно не повреждается, то есть чистовые стороны лицевые, и в то же время бревно плотно жестко закрепляется. Сейчас видели, я рубил, в прошлый раз я намучился с вылетающими клиньями и так далее и тому подобное, но сегодня сковали скобы и проблемы кончились с болтанием бревна, хотя она лежит на двух небольших чурках, которые не особо хорошо как бы держатся, но в то же время плотно хорошо закрепилась и позволила мне спокойно работать, не отвлекаясь на то, что бревно постоянно болтается, качается. Когда вы причерчиваете бревно,
У вас причерчивается, чертит карандаш не только по верхнему бревну, но также и по нижнему бревну. То есть, и когда вы укладываете бревно, вы можете просто смотреть, чтобы он четко, бревно лежало на той черте, которая внизу. То есть, и как вот с тем бревном было, у меня нижняя чурка немножко провернулась, и вроде бы чашка не ложилась. Потом чурку провернул, посмотрел, как черта начерчена, и уже аккуратно положил. Сегодня я специально уже внизу сделал маркером метки. И сделал такие вот две вертикальные черточки. Вот даже сейчас я вижу, что бревно маленько завернулось. Но это что касается, это не в срубе бревно лежит, там на земле, поэтому как бы может маленько крутнуться. А так-то в срубе обычно нижние бревна не крутятся, они просто лежат. И единственное, что верхнее бревно нужно выровнять по вылету вправо-влево, чтобы оно лежало четко по черте. Особых перерубов не сделал, то есть, ну, это как бы все равно с опытом достигается, у меня опыта немного, поэтому допускаю огрехи, допускаю какие-то проблемы, но все-таки я оцениваю больше работу топора и какие можно сделать изменения для того, чтобы он работал еще лучше.
вот сделал себе такую скамейку, чтобы где было где присесть, тагеды, рассказать вам о топорах. Попробовал плотника, в принципе, как я ожидал, что это интересные топоры для изготовления срубов. Спокойно рубят чашу, также спокойно работают с пазом. Паз я сегодня не рубил вручную, но я думаю, на днях попробую дальше сделать и паз. Чашу, в принципе, вполне себе. Давайте теперь по отдельности. Плотник третий. Очень тяжелый, массивный топор. Для акцентированного, очень плотного такого удара. Для выноса, именно выноса большого массива древесины. Сильно чистовую не получается работать, как топор тяжеловатый. Но подровнять края чашки, вынести середину чашки, там паз вырубить, в принципе, вполне себе. Как потес, ну, за счет силы как бы и тяжести его. Не особо подходит как потес, потому что, ну, все-таки тяжеловатый. Но при определенной технике рубки вручную также можно тесать поверхности. Причем делать это доски, как вы говорите, с таким фигурным как бы тесом для как бы декоративных досок на потолок. Вот. Как в наборе его топор именно можно использовать как вот для черновой массивный топор для выноса древесины. Как отдельный топор. Как плотницкий, его не особо рекомендую, потому что он, ну, тяжеловатый, все-таки такой, не универсал. То есть это какой-то вид тяжелых, серьезных задач. То есть. Далее, плотник номер два. Плотник номер два, по шассам рубил уже и чашу, и паз. Как средний универсал вполне себе подходит. То есть какие-то зачистки, подчистки, в то же время и вынести массив. Ну, такой средний топор, то есть. Как одиночный топор можно его использовать, то есть. Такой универсальный получается для большого вида работ именно с руби. Вот. Далее плотник номер один. До этого я особо не работал, но вот как бы сейчас мы сделали немножко изменившуюся конфигурацию плотников, это вынесли чуть посильнее, это буквально, наверное, на пол сантиметра сделали побольше носик, вынос, даже как у плотника номер три, у них сейчас одинаковая конфигурация, как видите. Вот. В принципе, для именно для первого плотника, маленького топорика, такой для чистовых работ, небольших, да, подтесок, небольших как бы вот этих рубанковых хватов работ, очень-очень интересный топорик. Можно использовать как в одиночку, то есть для небольших работ, там, для подчистки, зачистки в чаше, в том числе работы с бензопилой, то есть как чистовой топорик, просто, ну, очень хорошо себя показал, и мне очень понравился. И поэтому сейчас, я думаю, по этой же конфигурации, видите, носик выступающий у плотника первого, я думаю, у плотника второго тоже немножко добавим носик, буквально немножко его тут на пол сантиметра, наверное, удлиним, чтобы он был более рабочий, более акцентированный носик сделаем на плотнике втором. Поэтому сейчас следующие заказы будем ковать уже с более удлиненным носиком, поэтому обратите внимание. А так как в качестве чистового топорика, он мне очень понравился, плотник первый, имеется в виду. И поэтому я бы рекомендовал его в наборе. В наборе, и как одиночный, и как в наборе с плотником вторым. С плотником вторым можно, в принципе, вполне себе его эксплуатировать. Ну и как одиночный топор тоже вполне себе подходит. Вот, небольшая рукоять, вот 45-я рукоять, практически спокойно позволяет вот таким хватом работать при потесе. Сейчас покажу. В принципе, кто не обратил внимания, сейчас маленько акцентирую внимание. То есть берется топор хоть левой, хоть правой рукой за головную часть, и вторая рука кладется на конец рукояти. И спокойно, в том числе, можно контролировать. Не надо, то есть там близко держать, можно близко держать, но вот в таком виде. Порой бывает, что добавочное движение делаешь концом рукояти, то есть как бы передком врезаешься, а здесь задом так раз-раз, маленько так его подкручиваешь, а топор как бы так чик, ну, крутится и подрезает щепу. Мне сегодня очень понравилось, то есть и им сегодня работать. Зачистки такие вот, тонкие, стружку, то есть можно снимать, вполне себе интересно, поэтому сделаю их как с наборами, то есть это будет наборы плотник 1, плотник 2, тесло, плотник 1, тесло, и плотник 1, 2, 3 и тесло. Ну, как-то так. Ну и скобель там, соответственно, в плюсе.
Можно и самостоятельно набирать наборы, там, допустим, плотник первый, там число или еще что-то там, допустим, еще какие-то топоры добавочные там. То есть всегда на наборы будут скидки. Вот, то есть относительно этих тестов. Носик мне очень понравился, и специально сделали для тестов его вот таким вот, конфигурацию изменили на топор. И попробовать именно такой вот, его параметры. Очень понравились. Описание все на сайте у него, какой вес там, заточка 30 градусов у него сейчас. Ну, вполне себе подходит. Дрова им колоть, конечно, не стоит, потому что заточка 30 градусов не подразумевает колку дров. А вот именно плотницкие задачи, особенно сруби, вполне себе он способен выполнять. Но эти топоры, можно сказать, больше для срубов. Что первый, что второй, что третий, они такие с более толстой массивной лопастью. Зарезаний абсолютно никаких, то есть топор не залипает абсолютно, спокойно работает, не прилагая особых усилий при вытаскивании, при залипании, застревании. Поэтому вполне себе очень даже подходит для срубов. Вот. Какие-то выводы для себя я сделал определенные. Будем дальше работать, будем дальше ковать. То есть заказов их достаточно много, особенно плотника второго, как универсала. Будем ковать дальше, заказывайте, будем для вас делать инструмент. Всем спасибо, кузнец Топорсиб. Ссылочки на топоры оставлю под видео. Вот у нас гроза надвигается, пойду маленько приберусь, все уберу, инструмент, все, а то опять зальет. Всем счастливо!